Дорогой, открой рот. Поздравляю тебя с 10-летним днем рождения. Счастлив быть с твоим многочленом. Своеобразное слово еще со времен школы, но такие уж титулы ты раздаешь. Очень, мне кажется, ты делаешь важное дело. Кажется, мне очень ты делаешь важное дело. Мне кажется, ты делаешь очень важное дело. Когда твои участники открывают неизвестные им книги на странице, в которых ты заложил закладку, и так сходу начинают вдруг офигенно, с чувством читать невиданный ими никогда текст, это подлинное удовольствие. Ты превращаешь чтение в настоящую религию, в настоящее таинство, в какое-то магическое действие. Это очень важно. И я, Александр Снегирев, чрезвычайно горжусь, что являюсь членом твоего ордена. Будь счастлив, живи вечно, отныне и во все времена.